стало приземление. Бонжорно! Сеньоры и сеньорита! Вы не подскажете, в какой мы стране сейчас находимся? Где сеньора? В Бурятии. Вот-то, я думаю, чрезмерно колотуга холодно. По-моему, вы не в Италии. Чрезмерно сильно колотунно. Ивана, ты правильно говоришь. Давай, представляй. Представляйся. Я Ивана. Я добрая итальянская фея. Я прилетаю ночью на своей волшебной метле. Каждую итальянскую больницу открываю двери маленьким золотым ключиком. И мужу всех врачей в ординаторской. Кладу им в карманы подарочки. Ты просто чудо, Пипана! А это мои друзья и помощники. Знакомьтесь, Сильветта, Пульчинелла и Арлекин. Арлекин, дружище, вот скажи мне, для чего тебе кастрюля? Разве вы не знаете, мои друзья, что в Италии в Новый год опасно ходить по городу? Порке? Потому что в Италии есть такая традиция выбрасывать из окон старые вещи, в том числе и мебель. А вдруг мне сейчас диван на голову... Успокойтесь! Мы в России! Это хорошо! И к тому же, мой друг, если расхаживать с кастрюлей на голове по улице, можно попасть в цепкие лапы психиатра доктора Гуримара. И вы тоже, что здесь сеньора и сеньорита, что вы здесь делаете? Наверное, тоже Новый год встречаете, да? Встречаем. Как это прекрасно, Новый год. А вы что здесь собрались? Вы все подарки, что ли, ждете? Ну, конечно. А вы знаете, что в Италии докторам, у которых истории болезни со штрафами, посыпают их головы золой. Поэтому сейчас я... Признавайтесь, кто из вас бездельники. Получите золы. Это будете лечить плохо, попадете все на ковер Бабо Наталья. О, Пульчинелла, они же не знают, кто это, Бабо Наталья. Вы не знаете, кто такой Бабо Наталья? Да, они все знают такой. Бабо Наталья, ну, Дед Мороз, по-вашему. Министра Минздрава. Друзья, успокойтесь, вы же видите, все здесь доктора хорошие, умные, красивые. Давайте подарим всем стимулирующие. Стимулирующие? Для всех здоровья. Стимулирующие, побольше, побольше. Ребята, в Италии есть такая традиция. В 12 часов ночи у каждого должно оказаться 12 сушеных виноградин. И с каждым ударом колокола каждый должен съесть по одной виноградинке и загадать свое самое заветное желание. А я тоже знаю эту традицию. А Новый год они всем дарят красное нижнее белье и бьют посуду в полночь. А где же ты, красные труселя? Ну а мы, в свою очередь, хотели бы вам пожелать, чтобы спина не болела, зубки кусанта, ножки шаганта, чтобы тенту всегда по тенту.